Что мы знаем о городе, в котором живем? Знаем ли мы его историю, да элементарно название? Давайте узнаем у жителей города, почему Владивосток – Владивосток. Ну, потому что Владивостоком город, ну. Потому что Владивостоком, поэтому. Но основал тут и назвал в честь Владивостока. Владивостоком. Ну, потому что Владивостоком. Я думаю, что Владивосток сам называет Владивостоком, что у нас родина называется в честь Владивостока. Владивостоком, наверное. Потому что владеющим Востоком. Владивосток? Владивостоком. Владивостоком. А откуда вы это знаете? Откуда-то знаю, где-то вычитала. Владивостоком. Когда город открывали, начали делить территорию и сказали Владивостоком. А можно посмотреть на героя, который это знает? Владивостоком. Ну, потому что он большой, красивый, ну, я даже не знаю, ну, большой, красивый. Ну, что-то Владивосток, могучая такая, ну, потому что у нас еще море здесь. А, да? Да, там крабы, акулы иногда заплывают, ну и все. Да. Большое спасибо. Ну, видимо, потому что так было задумано. Владей Востоком, мне кажется, основатели знали, что делали. В принципе, ну да. То есть владей Востоком подразумевалось, что наш замечательный город будет владеть всем Востоком. Но так уж получилось, что только Приморским краем. Большое вам спасибо. Я считаю, это, кстати, большой исторической несправедливостью. Ага, хорошо, спасибо большое. Ну, название создано по модели в 19 веке, как Владикавказ. То есть владеть Востоком. Властелин Мила. Спасибо большое. Ну, потому что я думал то, что это по имени Влад назвали. Ага. Назвали город. Как называется? Владивостоком. Аналогично. А я по-китайски или как? Нет, почему так называется? Я не знаю. Ну ладно, спасибо большое. Я не понимаю. Я изучаю здесь русский язык. Ну, потому что наш город-герой называется того, что владеть Востоком. Потому что Владивосток. А слово «владеть Востоком»? Когда-то Николай Николаевич, обходя берега Петра Великого, залив Петра Великого по берегам, обратили на хорошо укрытую, там бухта была какая-то, Золотой Рог, но они тогда еще не знали, вот, что это Золотой Рог. Николай Николаевич, он говорит, вот, типа, бухта хорошая, давайте Золотой Рог ее назовем. Ну, назвали Золотой Рог. Вот, а потом, когда вошли в бухту, он, соответственно, приказал на берегах расположиться и занят вот эту бухту. Соответственно, насколько я помню, от слова «владеть Востоком» что-то такое они там назвали. Ну, завладели, получается, Востоком, владеть Востоком, Владивосток. И отсюда, получается, в 1880-м, насколько я знаю, официально он объявлен городом Владивостоком.